Ребята, вы не поверите, где я сейчас буду играть. Это у нас тестовая катка, самая первая, мы просто сейчас залетели на субмарину. Нижняя палуба, мы играем в прятки, сейчас пока мои подписчики качают в моем телеграм-канале уже этот мод, будут его устанавливать, получат код, мы пока решили сгонять тестовую катку. Вторая катка будет прям вот, ну, самое то. Здесь у нас сколько? Здесь у нас не так много игроков, но я, конечно, надеюсь, что на следующей катке нас будет намного больше. Если ты рад тому, что мы уже наконец-то играем на субмарине, ставь лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы, ну, чтобы просто было. Так, поехали. Нам нужно искать сейчас этих амогусов. Блин, карта настолько огромная, здесь очень сложно будет находить амогусов. Во-первых, здесь два этажа, если кто-то не знал. Это просто пушка. Я уже путаюсь просто. Я так давно не играл. Опаньки, папа. А кто это? Я же не вижу ника. Ох, ты меня обманул, щенок. Ладно, мы его позже убьем. Сначала нам нужно пробраться. Так, здесь никого нет. Боже, как это сложно, здесь просто невозможно. Ты понимаешь, прикол в том, что как-то карта новая, необычная и все нестандартно. Вот играя за искателя, мне хотя бы не нужно выполнять новые задания, потому что новые задания тоже занимают какое-то определенное время. Ты начинаешь путаться, вспоминать, думать и так далее. Так, что вообще происходит? Я никого не увидел, одного только чела, и то я его не убил. Промах... Я не знаю, кто это, ников нет. Так, поехали дальше. Я пообещал Найту, короче, не сливать его первым. На, просто. Ух ты, у него даже анимация люка была. Еще один. Так, подожди, стой. Нифига себе, то ни одного, то сразу пачку убил. Так, осталось двое. Это у нас лифт, как я понимаю, нет? Это лифт. Нет, это не лифт. Лифт у нас где-то здесь должен быть, внизу. Так, подожди, мы так и не были на другом этаже. Давай спустимся на другой этаж. Вернее, поднимемся на другой этаж. Или спустимся на другой этаж. Подожди, лифт должен быть где-то здесь, вот он. Я не понял, почему лифт не работает? Почему не работает лифт? Они держат лифт, что ли? Поэтому не работает, я не понимаю. А почему? Так, ладно. Или, может быть, мне нельзя на лифте кататься, я не понимаю. Или здесь только один... Посмотри на него, бедный Амогус. Я не могу залезть на второй этаж. Вы что, какой-то баг используете? Алло, почему? Так, ладно, идем дальше. И здесь не могу! Не, ну так нечестно, так не... Подожди-ка. Блин, прикольно, смотри, тут даже эти кошечки есть, с которыми коллаборация недавно была. Стаканчики вот эти. Так, ну-ка. Нижняя зона дезинфекции. Блин, ну я бегаю на одном этаже, так неинтересно. Я хочу на другой попасть. Опа. На. Подожди, там кто-то был. Там кто-то был. Нет? И мне показалось, видимо. Да, там кто-то был. Да, я его вижу, я его вижу. Так, искать. Ну-ка. Я найду его сейчас быстро. Мы сейчас побежим за ним. Так, давай, быстрей. Блин, тестовая катка, мне уже не терпится поиграть вместе с ребятами, прям чтобы много было подписчиков в одном лобби. Но не у всех, конечно, есть ПК, не каждый может скачать эту игру, конкретно именно этот мод. Но устанавливается... О, давай камеры посмотрим. Так, что у нас там по камерам? Сколько камер здесь? Стоп. Ладно, камеры нам... Зачем, если у нас есть метка, которая нам показывает, где игрок? Так, где? Я понял. Идем туда. Главное не запутаться. Блин, опять полную комнату охраны забежал. Так, поехали. Вот он. Вот он, вот он, вот он, я нашел его. Я чую его запах. Осталось 19 секунд. Я успею, я успею. Я успею. Давай, 13 секунд. 13 секунд, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Чуть-чуть, 5 секунд осталось. Надеюсь, у него больше нет люков. Быстрей. Быстрей, нет! Последний остался и победил. Поражение. Ну, ничего, посмотрим, что у нас будет в следующей катке. Так, сейчас, смотри, как сразу и опыт получается. И космокуба же нет никакого. Так, заново нажимаем. А давай теперь я буду, короче, мирным, да? Итак, ребята, вторая каточка пошла. У нас тот же состав. И теперь у нас Night Theme. Он предатель, я буду убегать. Конечно же, мы с ним договорились, чтобы он меня не сливал сразу. Я надеюсь, он так и поступит. Верхняя палуба, нижняя. А, импостер выбирает нижнюю палубу, либо верхнюю палубу. В общем, ребята, я узнал, как это работает. В общем-то, второй этаж работает... ну, в общем, в прятках он не работает. Для того, чтобы был какой-то баланс. Все это делается для того, чтобы, ну, импостер не бегал по всем этажам, но 15 игроков, сами понимаете, это очень сложно. Прикол еще в том, что в этом моде импостер сам выбирает, какой этаж, на каком этаже мы будем бегать. Опа, он здесь, он за дверью, уходим. Ну его нафиг, пацаны, уходим! Подожди, нет, он прям здесь! Ой. Нет, стой, нет! Меня сразу слили, я даже ни одного задания не успел сделать. Сынок, на автомате просто. Так, ну давай побегаем, почему нет? Так, посмотрим на карту хотя бы.
Здесь реально можно прятаться так, чтобы никто тебя не нашел просто. Так, смотри, какие текстуры офигенные. Просто я прям в самый низ. У нас, по-моему, ни на одной карте таких текстур прям красивых вокруг нет. Лавы и вот это вот все только на субмарине. Блин, когда же эта карта будет добавлена не через моды? Вот тут прям мегалод... Смотри, смотри, пасхалочки тоже всякие разные. Посмотри, это рептилия такая... Какая рептилия? Это же под водой. Что-то похоже на мегалодона, но это не мегалодон. Скелет такой огромный. Так, дальше. Ладно, поехали, посмотрим, что у нас на втором этаже. А духи тоже не могут попасть на второй этаж без лифта. Тут такая тема, что нужно на второй этаж попадать тоже только через лифт. Вот тут вот мы, получается, вызываем лифт и уходим на второй этаж. Но, по-моему, он поменьше, чем первый, но я не помню точно. Мы по-любому поиграем еще и на втором этаже. Так, что у нас здесь? Напоминаю, ребята, вам, что скачать этот мод можно в моем телеграм-канале. Он у меня сейчас в, прямо в группе. И пообсуждать или найти код можете прямо в чате этого канала. И, в общем-то, поиграть вот вместе. Только это на ПК работает. На мобилах пока что этого мода нет. Он слишком мощный для того, чтобы он работал на мобилах. Можно играть в него только на ПК. Ну, в общем-то, это не так сложно. Там есть инструкция у меня, получается, в телеграме. Вы можете прочитать и все сделать поэтапно. Ничего сложного нет, просто заменить файлы, которые вы скачиваете с этого сайта, и все. И у вас работает этот мод без всяких проблем, то есть у вас просто работает Among Us, ну и также мод. Поражение, Night Zem. Ладно, поехали еще Катульку сыграем, что-то нам маловато как-то. Маловато как-то, нужно еще разочек сыграть. Так, я голубой, как всегда, но в плане как по цвету игры, а не по жизни. Поэтому у нас еще одна каточка будет сейчас. Так, офигенно, мне нравится. Так, посмотрим, я надеюсь, он не меня выбрал. Да, сейчас он выберет второй этаж. Мы посмотрим, как это работает. Вот, смотрите, жалко, что нельзя сразу на двух этажах. Но это и так, вы видели, что на первом этаже. Так, верхнюю палубу выбирай, братан. Да, нижнюю... А, нет, он не может выбрать верхнюю палубу. Это в обычной, получается, катке. В классической мы можем играть на верхнем этаже. Выполнили задание. Отлично. Первое задание в это, на этой карте. Вот, как раз-таки на видос я его выполнил. Так, поехали дальше, посмотрим, что у нас тут еще. Так, люки есть. Амогус тут сидит. Так, где у нас вообще... Так, подожди, это люк? А что, он не работает? Это какой-то сломанный люк просто получается. Так, подожди, где у нас? А, вон у нас задание еще. Нужно поубирать полы. Ну, мы... Поломойщики такие, типа. У нас получается три задания, три точки, где нужно вымыть пол. Если вам интересно провести полный гайд по заданиям на субмарине, пишите обязательно в комментариях. Ой, блин, это очень долгое задание, прям оно очень долгое. Здесь нужно будет... Так, вот так вот нам нужно будет сделать. Наверное, вот так вот. Вот так вот. Да, вот. Боже, какое длинное задание. Его реально можно будет делать очень долго, и ты прям заколупаешься, пока будешь крутить эти... пока крутить эти трубы будешь. Это очень долго. Так, а ну-ка, что у нас здесь еще есть? Давай посмотрим. Ой, там еще задание прикольное. Так, давай уже полы домоем, короче. Так, давай. Мы моем полы. Мы это делаем профессионально. Нам за это не платят, но мы все равно делаем это как боги просто. Так, здесь нам нужно перевозить игрушки. То же самое, что в Super Sass, в принципе. Так, куда нам нужно? Это у нас... это у нас сюда ласты мы идем. Так, вот эти штанишки вот мы сюда кидаем. Сюда мы кидаем, получается, баллоны. Так, есть, выполнили. Ну все, отлично, еще одно задание здесь. У меня три люка. Меня еще не нашли. Он вообще еще никого не нашел почему-то. Все живые, все здоровые. Как это? Почему, где у нас, где импостер вообще? Почему он никого не убивает? Это очень странно. Может быть, он вообще стоит на своем месте и все. Смотрите, ни одного килла. Может, он реально никого не нашел на первом этаже вообще? Подожди, я даже не видел иконки, что он где-то здесь. Так, кто-то приближается. Но смотри, ползунок слева у нас нормально. У нас нет того, нет этого звука. То есть, значит, импостер не здесь. Можно вообще найти его. В поисках импостера просто. Давай посмотрим. Он должен быть где-то здесь. Нет? Может, он в текстуры забежал? Типа, кого-то убил и забежал. Ну, подожди, он никого не убил. Попал как-то в текстуры, забагал. А где он реально? А где импостер? Амогус, ты в курсе? По-моему, ему все равно вообще. Реально, а где импостер? Почему? Никого нет. 14 секунд еще осталось. Походу, он вылетел или что? Ну, тогда бы закончилась катка. Его нигде нет. Так, вот так вот давай сделаем. Оп, и мы выползли прямо здесь. Лобби, электрощиток, узел, связь, узел. Нет, никого нет, прикинь. Мы победили, а импостера нет. Напоминаю тебе, что ссылка на скачивание этого мода в телеграм-канале. Будет еще много видосов с этим модом на субмарине, потому что мы очень редко на ней вообще играли. Сейчас есть доступ, мы можем поиграть спокойно. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал. И не забудь нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.